Здравствуйте, мои хорошие, мои девочки, мои мальчики, с Новым годом, 19-м годом вас. И хочу вас поздравить с наступающим вас Рождеством. Сегодня 3 января, я решила с вами поздороваться, потому что нереально, я за вами заскучилась. Секунду, опять у нас технические неполадки. У меня Катюха просто потеряла свой телефон. Вот. За вами нереально соскучилась. Надеюсь, вы тоже за мной соскучились. А Катюхин вам машет. Привет, привет! Мы за вами очень-очень соскучились. Вот. Провели мы Новый год очень уютно, по-семейному. 31 числа мы поехали к моей тете, но стол я готовила все равно дома, салаты, торты. Вот. Торт я вам обязательно вставлю. Как я его приготовила и что у меня получилось, это кому интересно, посмотрите. Если будет кому интересен рецепт, я обязательно вам напишу. Вот, опять привет! Вот, 1 числа мы ходили к моей сестре, а вчера мы, короче, 2-го валялись, стрели телевизор, кушали, валялись, опять кушали. Короче, набрала на килограмм 10, серьезно. Сегодня я уже встала, решила, нет, я заскучилась за моими ребятами. Так прям соскучилась, вот правда. Вот были бы все вы у меня рядышком, я бы, наверное, каждого обняла бы и поцеловала. На сегодня какие у меня планы? Да, в принципе, планов у меня никаких. Мы сегодня дома. Сейчас, наверное, выйдем на улицу, будем убирать снег, потому что снега очень много, уже пару дней идет снег. Вот, и, короче, двор засыпало, всем ленота было убирать. Ну, по идее, нужно еще съездить в магазин. У нас закончилось молоко, хлеб, ну, что-то такое купить. В принципе, все есть, но что-то хочется, что-то. Называется, эти два дня никуда мы не тратили деньги, да? Ну, в принципе, и все. Сейчас дома так приберу немножечко. Не очень-то грязно. Не, грязно, по-честному, грязно. Это по секрету, у меня все как обычно, ничего не меняется. Вот, настроение супер-пупер, и того же я вам желаю. Вот такой вот у меня тортик получился, вот он. Сейчас мы разрежем и посмотрим, как же получилось. Получился вот такой, но моя ошибка, я сделала крем со сливками. Сливки и сахарная пудра, надо было сгущенку. Ну ладно, будем такое кушать. Катюхе подарили вот такую вот тачку. Вот у кого даже мальчик или девочки, блин, тоже спасательный круг, как вот этот зебра-прыгалка. Катюха складывает все сюда свои игрушки, катает. Даже очень... Вот, да ладно, никто не берет. Кто берет? Вот, с мультиками. Короче, на самом деле уборки много. Это вообще ужас. Вот. А что хочу я сейчас сделать? Я хочу убрать елку. Я понимаю, что рано, но она у меня стоит с 1 декабря. Она уже никому не приносит радость. Сейчас все сложу и уберу. Как бы все. Хватит. На сегодня. Закончился Новый год. Нам еще, но не нам, а Катюхе подарили вот такую вот девочку. Вот такую вот принцесску, ангелочка, или я не знаю, как это назвать. Точно Катюха. Вот такая вот принцесска. Классно. Ну что, сейчас буду убирать елку. Мне еще вот подарили, вот смотрите, мармелад с клюкву. Вот такая вот прикольная баночка. У меня две баночки. И что самое главное, почему я вам показываю, тут белки 0, жиров 0. 280 калорий на 100 грамм. Тут 300 грамм. Ну вы же не сидите за один раз там 100 грамм. Пару ложечек, да? Это вообще классная штука. Одну баночку я оставлю себе, а другую баночку я отдам своей сестре. Даже из-за баночки, вот я поставила уже, знаете, как у бабушки в деревне, очень прикольно. И сейчас хочу показать, да, подарок, который Настюхе, своей племяннице, я так и не отдала, не положила в ее в основной подарок. Сейчас покажу. Это вот такие вот гвоздики, не фокусируются. Ну, вот так вот я сейчас смотрю, блестят всеми огнями. Сейчас. Давай, Айзе. Не хочет. Ну, смысл такой, вот гвоздики, сережечки, вот застежка, вот сережка. Вот это я на стихе забыла подарить. Как поедем,
Обязательно, вот видите, обязательно я ей это доложу и подарю. Сейчас хочу я почистить ковер. Я хотела его еще почистить до Нового года, но было намного ленота. Короче, настроения не было его чистить. А сейчас у меня прямо есть настроение. Я его сейчас попылесосила. И вот смотрите, пятна. Вот пятна. Вот пятно. Короче, я поняла, что вообще, в принципе, хоть черный, хоть белый, при маленьких детях лучше не покупать ковры. Но это было невозможно сделать, потому что, еще раз скажу, что дом старенький, полы дуют, очень холодно, с полов дует. Ну, с полов, то есть, очень холодно идет, она у меня маленькая. Когда еще дети, как мой Максим, да, 11 лет, он понимает, что нужно одеть тапочки. Это она у меня смотрит мультики. А одеть нужно тапочки, и все, да, я так, допустим, что-то уронила или упала, тряпочка протер, и все, типа супер-пупер. А здесь такое пока не проходит. Поэтому сейчас я буду чистить. Покажу, чем я буду чистить. Вот такая вот у меня Золушка. Золушка для чистки ковров. Сказать, что айс, не айс. Но на тот момент, как бы, я не собиралась покупать вообще... собиралась, но не могла найти этот ваниш, и попалась мне эта Золушка, вот, и я ее купила, вот сейчас ей буду чистить, вот моя мысяка большая, простите, меньше нету, ну и вон щетка у меня лежит для ковров. Я средство налила чуть водички, мне этой водички хватит, и, короче, я фигачу, до пены, и вот так сейчас я собью ее. Ну, я вот так вот чищу ковры. Я не знаю, как вы чистите. Кстати, как вы чистите ковры? Точно так же, как я? Тоже так херячите, да, водичка? Дын-дын-дын-дын-дын. А еще я очень хочу попробовать, вот знаете, от ваниша. Блин, ну она дорогая, зараза, вот этот. Пеной сразу попшикал ковер, да? Не надо вот это щеткой вот это фигачить. Вот. Кто пробовал вот этот, который пшикалка с пеной от ваниш? Напишите, пожалуйста, как вам, если вы пробовали вообще, классная штука или нет. Стоит покупать, и стоит оно своих денег. Я почистила чистейше, все пятнышки я уже сделал. А сейчас знаете, что мы будем делать? Та-да-дам! Будем снимать унитаз. У всех людей новогодние каникулы, все отдыхают, а у нас работа. Хотим поменять унитаз, потому что он уже старенький, престаренький, а у нас есть темно-синий, и будем пытаться его сделать. А что будем пытаться, у нас сливные отверстия разные, на синем, который хотим поставить наверху, а здесь все сделано под низ. Что получится, мы посмотрим. Снял Руслан унитаз, и что мне сказал он? Я в шоке. Короче, сказал, что там все сгнило. И, короче, туалета у нас пока на завтра, на сегодня точно, и завтра, короче, тоже, наверное, не будет, потому что там нужно заливать все бетоном, потому что доски уже все рассохлись, короче, все сгнило. Пипец. Девочки, я домонделась. Короче, я догавкалась за это вообще. Я ему все, давай поменяем. Он мне уже не, ну, не то, что мне не нравится, а он настолько такой некомфортный, он маленький, постоянно лопается его сидушка. Другую сидушку как-то что-то не найти. У нас такой снег хлопьями идет, трындец. Вот. И я, короче, говорю, Руслан, давай после Нового года будем что-то делать. Давай. И он все отпилил нахер. И он мне говорит, Оля, все, сегодня туалета не будет по-любому, и завтра тоже. Ну, не знаю, сейчас пошел думать, он понимает, что это нереально. Еще, вы знаете, вот пописать можно, конечно, ведерко, да, вот по старинке, а дальше? И я стою, ржу, я сама вообще в ауте. Что дальше будет, я не знаю. Ну, дай бог, чтобы у него думка дошла, как поставить дальше унитаз, потому что там все рассохлось. Пипец, Новый год. Катюшка моя уснула. Сама по себе. Руслан до сих пор делает туалет. Не знаю, что получится. А что получится, я вам обязательно это покажу. На сегодня я буду заканчивать свой влог. Я вас всех люблю, крепко обнимаю. И всем пока-пока.